Get ready, с вами Shadow Freddy в игре, которая называется Project Green Fun. Это FNAF пародия, демка от русского FNAF креатора, да и в принципе креатора видеоигр, разработчика. Приветствую, говорит какой-то кот. Меня зовут Китти, контроль интуитивно понятных вещей. Если ты меня видишь, то ты являешься ночным охранником, звезда кота, путешествия, Алиэкспресс, пульт управления или пульт каналов. Важная вещь, которая тебе поможет справиться с роботами нашего заведения. Для каждого робота есть определенный канал, по которому ему нужно направляться. Да ну... Извиняюсь. Да, кстати, тут есть пугающие изображения, всякие мигающие, наверное, еще и кровяка. В общем, эпилептики, отвернитесь, если вы еще не. Выберите канал номер 1, наведи пульт на его голову, а затем... так, канал номер 1, ждите. Итак, нас учат, как разбираться с аниматрониками. Кстати, в такой интересной манере, интересной форме. Итак, молодец, ты смог его прогнать. Он вернется на свое место и ничего не повредится. Теперь ты знаешь, как работать с аниматрониками Green Fun Incorporated. Желаю тебе удачи и не забывай, радость наша все. Да и моя тоже. Итак, первая смена, 12 часов ночи. Поменьше... А, чё, на английском? А? Хотя, чё, нет? Привет. Привет. Надеюсь, меня сейчас слышно. Каноничная FNAF-пародия. Здравствуй, Дмитрий. Это сообщение для тебя, поскольку ты у нас появился совсем недавно. Так. Начну с камер видеонаблюдения. Чё? У тебя есть планшет, благодаря которому заряд ты можешь смотреть под на обычную дверь? За хотя это скорее у процент защиты, я так понимаю. Внушитель. Если честно, я не знаю, для чего она нужна, но если она есть, значит для чего-то уж точно. Возможно, для них. Кстати, они, наши аниматроники иногда включают... Я могу рисовать! ...ради охраны здания. И ты можешь, конечно, закрыть дверь на ключ, но надолго это их не остановит. Они по каким-то причинам начинают их выбивать. А, постой, а почему... В смысле, вы не любите современное искусство? Я же не хотел нарисовать. Вы задохнулись, не оставляйте вентиляцию выключенной надолго. Окей, понятно. Я его очень сильно не слушал, потому что думал, что это сильно не надо. Так, постой. А, ясно. Его и слушать не надо было в этом моменте. Но окей, слушайте его вы, а я пока что... да, буду рисовать. Здравствуй, Дмитрий. Это сообщение... для тебя, поскольку ты у нас появился совсем недавно. Так, начну с камер видеонаблюдения. У тебя есть планшет, благодаря которому ты можешь смотреть по камерам и следить за зданием. У него есть такая функция, как глушитель. Если честно, я не знаю, для чего она нужна, но если она есть, значит для чего-то уж точно. Возможно, для... Кстати, они. Наши аниматроники иногда включаются и ходят ночью ради охраны здания. Ты можешь, конечно, закрыть дверь на ключ, но надолго это их не остановит. Это цветочек. Я старался. Я не очень умею рисовать. Да чё ж так... Блин, да почините лучше сначала эту фигню, а уж потом говорите с ней, ну, через нее со мной. Итак, Escape, чтобы поставить на паузу, чтобы убрать подсказки. Также тут у нас есть пульт каналов, нам уже известный. Постой, а как переключать еще раз каналы? Да, на, собственно, 1, 2, 3, 4. Тут у нас написано, нажмите ПКМ, чтобы выключить, включить пульт, используйте колесико, чтобы переключать каналы. А, так тоже можно. Окей, удобно, и, наверное, даже я буду так пользоваться, хотя... Окей, нет, не знаю. Итак, как убрать не подсказки, а чтобы включить и выключить пульт, а как убрать его? А, просто нужно вернуться... И какие хорошие камеры. Ну, потертые немножко. Так, и вау, уже аниматроник. Итак, кстати, кто это? Добрый вечер, как тебя зовут? Может, назовем его сами? Хотя, на самом деле, тут так не получится. Сразу не мозг какой-то. Служебный вход, комната редкостей.
Редкона? Типа... А, Редкона, типа, наверное, какой-то супергерой Редкон. Не бери еду, жулик, не воруй. Окей, ну, типа, понятно, Редкон, типа, кун, это енот на английском. И да, прикольно, кстати, возможность рисовать цветочек. Так, енот Редкон 2, волк Феликс все, кролик Багзи 4, кот Пушок 1-3. Список каналов. А, я хотел спросить, что это? Постой, волк Феликс, все. Удобно, как минимум звучит. Итак, ну, кстати, не удается найти сетевой вход, зато удается открыть на кролика. Я так понимаю, что это кролик, я... Постой, кролик. Так, как? Я не помню кролика. Так, кролик Багзи... Так, он у нас на четвертом канале, значит, подставляем четвертый канал ему под лицо. Я надеюсь, то, что он появится здесь, хотя могу закрыть дверь. Давай посмотрим, может он, если уйдет, а он уйдет. Во, он уже... А, блин, тише. Уйди. Фух, отлично. Я способен на эту работу в... Green Fun Incorporated. На самом деле прикольно. Так, постой, это кот. Кот у нас. Быстрее. Так, я не помню, какой канал. А, давай, какой? Кот, кролик, кот Пушок, 1-3. Окей, удобно, кстати, но... Что-то мне подсказывает то, что просто так я не отделаюсь удобством, так сказать. А, 3... А, блин, как я должен был понять? Вы сказали 1-3, я выбрал 1. Оно более привлекательное, нежели вот это, то, что нужно вымыть. Но ты жалок. Ладно тебе. Кот Пушок приходит с правой стороны, внимательно следите за его глазами. Глаза темные, курсор на него и жди, пока он не уйдет. То есть то, что мне нужно было сделать. Глаза зеленые, наведи на него пульт. То есть пялиться на него, если он не может. Окей, на самом деле это удобно. Ну, так слепых тоже прогонять можно. А на самом деле, если вдруг магическим образом, хотя, может, через несколько лет меня слышат или смотрят слепые. Ну да, это как видят слепые... слышат глухие и чувствуют люди с выбитым носом. Так вот, если вы меня вообще слышите, то, блин, здоровье вам, а не моих глупых шуток насчет этого. Давайте просмотрим просто камеры. Я думаю, что это будет более интереснее, чем мои шутки. Так, Редкон у нас, я так понимаю, будет как Фокси. Пиксель-артик прикольненький. Магнитики какие-то. Амогус. И на самом деле глушитель, что-то Фонгай говорил, а я помню, а я не помню глушитель. Давай попробуем использовать на аниматрониках, которые мы уже видели. И интересно, кстати, механика, точнее особенность, то, что они, вот видите, так шиборшутся, дрыгаются. Тремор, короче, у них, у аниматроников. Итак, я просто хотел бы напомнить себе, так, канал у кролика, о господи, что это так резко все исчезло, я вроде не нажимал на X, так, ребят, не пугайте меня так, канал на четверочку можно поставить, но можно просто зайти и попробовать поглушить их, я не знаю, как это влияет, да не влияет ни капли, вот я поглушил его немного, так, постой, ты же перейдешь налево или направо, потому что я не знаю, как... опознать, кто приходит спереди. Потому что, я так понимаю, спереди могут. Окей, разницы не будет, наверное, никакой, если я тупо буду закрывать дверь пока что. Да, почему бы и нет. Так, шкафчик. Полезно было бы в нем спрятаться. Но, как говорится, нам ключ не дали. Кстати, я заметил только что 2 часа ночи. Быстро время летит, относительно, я бы сказал, той FNAF-пародии, в которой, ну, Golden Pass.
Так, и на всякий случай. Так, все. А чё? Прикольно. Так, постой, прикольно. Ха, вы, ребят, поняли? Аниматроник ушел, а дверька целая. А хотя нет, не целая. Ладно, давай-ка попробуем включить, прогнать. Для него четвертый канал. А, так. Давай-ка. Пустим тебя. А, давай. Четвертый канал. Все, уходи. Не надо на меня замахиваться своей тросточкой. Ты, конечно, шоумен, но я тоже не промах. Так, давай-ка. Сразу третий канал. Поставим на третий канал себе. А, не, я же закрыл дверь, так что никто не придет. Я так понимаю, что это типа для стратегии нужно. То есть, если ты не успеваешь там где-то... Так, пялим на тебя. Смотрим. Уходи. Все, отлично. Так, так вот, я так понимаю, что эти двери нужны для как стратегии. То есть, если ты там не успеваешь где-то, ты прикрываешь дверку и делаешь так, чтобы ты все успел. Например, сейчас мне бы еще успеть... Так, четвертый. Давай. Просто я не знаю, будут ли они уходить, если я оставлю их закрытыми на достаточно длительный срок. И на самом деле, что меня радует сейчас, так это то, что первая ночь, она дает, так сказать, посидеть на толчке. И надеюсь, то, что так и будет в принципе. Так и будет в принципе и в последующем. И все будет только нарастать. Не только как в определенных FNAF-пародиях, что респект. И счастье. Счастье то, что автор меня может понять. Так, постой. Тише. Я смотрю на тебя. Все. Так, тише. Тише. Спокойно. Я не знаю, кому это говорю, голосом в голове. Так, давай-ка. Пока все отлично. Так. Четыре, давай. Быстрее, пожалуйста, прошу. Успей. Успел, отлично. Фух. Так, мне бы прикрывать дверьку. Фух. На самом деле они реально, я говорю, дают посидеть в туалете. Так, давай. Все. Наготове. Входите, молодой белый котик. Красивый, кстати, белые коты. Мне нравятся белые коты. Вам нравятся белые коты? Мне черные нравятся тоже коты. И черные, и белые, и разноцветные. Я, кстати, так. Тише. Уходите. Уходи. Уходи. Так, давай-ка. Уходите и вы, кролик. Я так понимаю, что они вот так поочередно приходят. На самом деле, я могу особо даже не напрягаться. Просто вот так переменять каналы с третьего на четвертый. Кстати, насчет третьего и первого канала, что хочу подметить, навряд ли мне просто так дадут посидеть с этими плюшками. Кстати, уже все, смена моя окончена. А почему звук, как будто бы энергия кончилась? Так вот, мне кажется, что в будущем это будет важно. Конкретно определять какой-то канал. Ночь пройдена. Итак, будет ли вторая ночь? Будет ли вторая ночь? Посмотрим. Это же все-таки демка. Но даже если одна ночь, то автор все равно молодец. Ну и не знаю, буду ли я долго задерживаться на этой ночи. Но как минимум посмотрим, что тут происходит. Привет, Дмитрий. Дайте послушаем. Даже не знаю, что говорить насчет этого. Раньше роботы так себя не вели. А ты знаешь, как они ведут себя? Может что-то подобное произойти, но... Так, что-то новое. Такое. Каким-то образом включить. Волк Пейдж. Робот, который был создан специально для защиты и охраны нашего заведения. В общем, если у тебя будет что-то шуметь в офисе, он отрубит у всего здания электричество и посчитает тебя нарушителем. И надеюсь, ты помнишь, что нужно делать, когда к тебе приходит аниматроник в офис. Наша компания решила просто временно закрыть заведение на технические работы. Это уже твой выбор. Мне главное просто тебя предупредить. Ладно?
Так, мы узнали важную информацию. Во-первых, то, что у нас какая-то магическая... Листочек магический. Окей, ладно, фиг с ним. А, так, волк, все каналы. Запомнили? Надеюсь, не забудем. Итак, привет, Дмитрий. Прости, забыл тебе сказать. Это в записи. В общем, у нас в заведении есть котята. И вот так... И вот как от них защищаться. Себастьян, гламурный кот, бей его по морде, иначе он ускорит других. Бетти. Кстати, это мне напоминает, тоже есть такая FNAF-пародия, называется Playtime with Percy. Там тоже, типа, всякие собачки, пудель был. Так, давайте закроем дверьку, чтобы, если что... А, спасибо. Спасибо. Может, в блокноте? Нет, в блокноте только ушки. Ушки кота. Я хотела все, что кота нарисовать. Но, видимо, мне ничего не остается, кроме как дорисовать кота и поговорить с вами. Вот как у вас прошел день? У меня? Ну, день нормально. Вот до съемки этого видео, в принципе, нормально. Ну, нормально. Нашел вот эту вот FNAF-пародию. Точнее, мне опять-таки порекомендовали ее, эту FNAF-пародию. Я взял, порисовал. Я попил чайку без печенек, потому что я... Потому что... Вот. Я попил чайку. Что я еще сделал? Ну, собственно, ничего. А, порисовал, да. И в игре порисовал. Я люблю рисовать. Окей. О, господи, боже мой, уйди ты. Так. Я так понимаю, это нужно... Это тот самый, которого нужно бить по морде. И которого я побил по морде. Окей, давай-ка мы будем смелыми. Смелыми. Включим эту штуку на четвертый канал. Заранее. И будем вот так держать наготове. Я так понимаю, что если волк Феликс... О, отдала. Она забрала мой этот... мой пульт. Вы видели? Какая наглость. Да раз так можно... Так, окей. Ну, вообще можно, раз она так сделала. Но нежелательно. Так, давай-ка мы будем... Уйди ты тоже. Ты, конечно, красивый, но все-таки... Что происходит? Господи. Это, наверное, третий кот, с которым я не знаю, как бороться. Что плохо, учитывая то, что я не знаю, как с ним бороться. Так. Дверь 100% это тоже. Вообще прикольно, если бы был бы какой-то кот, который взламывал бы их. Но прикольно, как говорится, только котам, а не мне. Окей. Так, сидимся. Отлично, кстати, вот тот факт, что он приперся с глазами. Потому что сразу у меня был... отдай. Так, это я так понимаю. Давай, откроем двери, коридоры. Кстати, вы видели, там был этот кот еще один. Давай, вроде разбираюсь, давай. Фух, я на самом деле пытаюсь как-то и говорить, и не могу концентрироваться на, благодаря этому на в принципе чем-то, кроме как говорить. Так, давай-ка. А ну отдай мой. Привет. Уйди. Не ушел. Я ушел в мир иной. Блин, кстати... Блин! Капец. Из меня вышло варенье. Уборщица! Надо убрать тут варенье. Не длятся долго. Так, волк Феликс любит тишину. Когда он появится в окне, выключите вентилятор и не трогайте планшет, пока он не уйдет. Также с помощью глушителя можно немного замедлить. Окей. Вот такая была демка Project Green Fun. А тебе, зритель, большое спасибо за просмотр. Спасибо, что был сегодня со мной. До скорой встречи и увидимся в следующем ролике. Пока!